ради, а потом я воспитай. Понимаю. Это самое Нет. трудное в жизни, поверь мне. Дело в том, что я тоже считаю, что женщина как бы имеет больше прав на ребенка, а не мужчина. Потому что женщина, да, она его вынашивает, я понимаю. Но это не какая-то, то есть это не что-то такое, там, первая женщина, которая родила. Потому что все рожают. Но кто-то не рожает. Ну, просто я не вижу в этом сверх какой-то там. Ты не становишься после этого какой-то, не знаю, волшебной. Ты знаешь, я когда первого ребенка родила, я на себя смотрела в зеркало и говорила: боже, как ты смогла это сделать? Это очень тяжело. Это я правда. Понимаю. Мне кажется, вот меня спроси, что самое тяжелое в жизни – это родить ребенка. Мне я кажется, верю. Это. Но зато и это самое большое счастье, как я оказалось. Я очень даже во все это прекрасно верю. Но я все равно могу же остаться при своем мнении, что это не какая-то там суперзаслуга. Ну, родила и родила. Как я хочу с тобой встретиться после того, как ты родишь ребенка. Мне прям интересно, как поменяется все, потому что... Я буду говорить: дамы и господа, минуточку внимания, у вас в гостях мать! И такая выхожу с коляской, да?